Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска, 3 литра турбодизель, полный привод. Коробка автомат, пробег на автомобиле 137 тысяч километров. Заменим на нем сегодня задние поперечные рычаги. На задней подвеске именно задние поперечные рычаги. Поднимаем автомобиль, снимаем оба задних колеса и откручиваем рычаг. Вот он рычаг, который будем менять с одной стороны и с другой стороны. Скрип идет именно от этого рычага. Здесь вот померил ключ на 18 и головка точно так же на 18. Почищу маленько резьбу. А этот болт у нас на 24. Только здесь не болт, а гайка. И судя по всему, я подозреваю, что наверх... А, не, это болт. Мы его сместим и сможем снять рычаг. Я думал, придется снимать. Да, это болт, и он прокручивается, его надо держать. А держать его сзади тоже головка на 24. Размотала этот сайлентблок из-за того, что стойка была нерабочая, и все последствия от этого. Ну, здесь коррозия только на кончике была. Сейчас кончик почищу, смажу весь болт и установлю обратно. Также снимаем этот болт. Тоже болт сам чистый, только кончик. И вытаскиваем. Вот он весь скрип, откуда он шел. Сайлентблок просто в хлам. И он вырванный, поэтому он, помимо того, что он скрипел, он еще и стучал. А виною всему мертвая стойка. Берем новый. Почистил болтики. Рычаг беру фирмы Limfjordr. 389-36-01-009. Это можно как дополнение давать, можно не давать. Оригинальный номер идет на правую сторону 7L0. 505-398.
следовательно, на левую сторону, я ее уже показывать не буду, как буду менять, идет номер 7L0505-397. На одну единицу отличается левая и правая сторона. Правая у нас всегда идет четный номер, левая идет нечетный номер. Достаем. Тафи у нас крепится сферой. Заводим рычаг, смазываем болты. Лишняя смазка здесь не будет, хотя за столько лет болты остались чистые, но будут еще и смазаны. Подтягиваю, но не затягиваю. Когда опущу автомобиль, подтяну уже снизу болты эти. Предварительно подтянул, потом уже снизу залезу. Хорошо бы это делать с ямы. Пневмостойкой здесь особо не подожмешь, потому что пневмобаллон не даст этого сделать. А свой вес автомобиля пригрузит ее. Иду меняю со второй стороны. Все, затянул, поменял второй рычаг. Затянул колесо, теперь подлазим снизу и затягиваем. Конечно, ту гайку, которая возле колеса, немножко неудобно, но тем не менее подтянуть мы ее можем. И также вот со второй стороны тоже рычаг. Сейчас не видно его, подлезу. Затягиваем. Все, затянул с обоих сторон, и правую, и левую. Очень неудобно, конечно, лучше все эти процедуры делать на яме, но сделать это надо. Завожу автомобиль, выравниваю подвеску, и все. Можно ехать на развал схождения. Оффроуд! Так, ну все, у нас все нормально. На этом замену задних поперечных рычагов я закончил. Всего вам доброго.